Как вы уже знаете из предыдущих уроков, работа в Photoshop напоминает составление аппликаций из различных элементов изображения, то есть из отдельных слоев. По умолчанию Photoshop накладывает один слой на другой, замещая изображение нижнего слоя рисунком с верхнего. Однако программа может накладывать один слой на другой и по-другому. В настоящей аппликации обязательно виден рельеф верхнего слоя. Photoshop тоже может создавать иллюзию объемности верхнего слоя. Например, верхний слой может отбрасывать тень на нижний или затеняться таким образом, что будет казаться, будто изображение выпуклое. Такие эффекты объединены в общую группу, которая называется «стиль слоя». Чтобы настроить эти эффекты, нужно дважды щелкнуть по значку слоя на палитре Layers или по значку Add Layer Style в нижней части палитры. Эффекты, которые были применены к слою, отображаются на палитре под его значком. Любой из эффектов можно быстро отключить. Двойной щелчок по его названию позволяет быстро перейти к его настройкам. В этом уроке мы покажем, как можно использовать стили слоя и с помощью одних только слоевых эффектов добавим на зеленый листик капли росы. Откроем изображение листика. Создадим новый слой, щелкнув по кнопке Create New Layer. С помощью кисти черного цвета со 100% жесткостью нарисуем на листочке несколько пятен произвольной формы. Применим фильтр Wave, чтобы форма пятен напоминала капли. Изменим режим смешивания на скрин. Наш слой на изображении пропал, но так и должно быть, поскольку этот тип смешивания придал нашим пятнам прозрачность, которая характерна для воды. Дважды щелкнем по значку слоя. Начнем настройку эффектов. Будет вполне логично, если капли будут отбрасывать тень на листик. Следовательно, нужно включить эффект отбрасывания тени Drop Shadow. Уменьшим непрозрачность и изменим угол отбрасывания тени. При установленном флажке Use Global Light значение параметра Angle для всех эффектов будет одинаковым. Если флажок снять, угол можно будет изменить только для текущего эффекта. Изменим профиль тени на конусообразный. Установим флажок, чтобы тень выглядела более сглаженно. Все эффекты слоя удобны тем, что вы можете видеть результат их воздействия на изображение еще до применения, то есть до того, как закроете окно Layer Style. Можно увидеть, что контуры капель проступили, но пока что не очень хорошо заметны. Поскольку капля прозрачная, тени должны быть видны и внутри жидкости. Поэтому добавим эффект отбрасывания внутренней тени Inner Shadow. Для этого эффекта тоже уменьшим непрозрачность. Поскольку флажок Use Global Light установлен, значение параметра Angle такое же, каким мы его выбрали для эффекта Drop Shadow. Нас это устраивает. Добавим эффект внутреннего свечения Inner Glow. В капле должно наблюдаться затухание света, поэтому желтый цвет эффекта, который используется по умолчанию, изменим на черный. Изменим режим смешивания этого эффекта с изображением на Multiply. Уменьшим непрозрачность. Наконец, установим флажок Bevel and Emboss, чтобы сделать капли объемными. Подберем значение параметра Depth, чтобы высота капель была оптимальной. Увеличим выпуклость капель при помощи параметра Size. Чтобы капли были более блестящими, увеличим непрозрачность. Режим смешивания эффекта оттенения выпуклости изменим на Lighten, а цвет оттенения выпуклости выберем белым. Нажмем кнопку OK, чтобы применить эффекты слоя.
Теперь, если вы попробуете пройтись кистью по листочку, вы сможете нарисовать новые капли. Каждый новый мазок кисти будет обладать эффектами слоя. Созданный стиль слоя можно использовать по отношению к другим слоям и во время работы с другими изображениями. Для этого стиль нужно сохранить, щелкнув по кнопке New Style. Сохранив стиль, вы сможете найти его на вкладке Styles окна Layer Style. Чтобы загрузить стиль, щелкните по его значку.